В городе проходит акция «В гости к соседу-ветерану». Посетителей сегодня встречал Алексей Иосифович Затула. Ему 97 лет, но он помнит в мельчайших подробностях всю свою военную биографию. Родился на Украине, оттуда и был призван на фронт. Побросала война по разным местам, завершил свой боевой путь, участник Великой Отечественной, в Сталинграде. До сих пор вспоминает те трескучие морозы. А у нас одежда была ватная. Пуля застревала в этом. Мы так были одеты. Я был разведчиком там. И «Катюши», снаряды, все эти. Я направлял куда нужно. Молодежь поблагодарила ветерана за то, что живут они сейчас в стране, свободной от фашизма. Для самого же Алексея Затулы это главное. И в День Победы вспоминать он будет не только ужасы войны, но и все добрые моменты, которые тогда невероятно объединяли людей.